Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Opel Antara 2015 года выпуска. Объем 2,2 литра турбодизель А22ДМ. Пробег двигателя составляет 86 тысяч миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Имеется видеообзор работающего двигателя. Работа двигателя. Так, уровень масла в норме, на щупе эмульсии нет, масло заливная горловина, на пробке тоже чисто, и охлаждающая жидкость в бачке тоже чисто. Запускаем двигатель. Двигатель работает красиво. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируют термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.